Вот кто-то утверждает обратное. Надо работать. Ну, вот мне часто пишут эти комментарии, там, хватит ныть, начинаю работать. Я, блядь, пиздец, как похож на нытика, который боится работы. Ее нету, нахуй. Приезжайте ко мне в Краснодарский край. Город Геморрой Лабинск. И покажите мне ослу, сука, где нахуй эта работа. Она есть, да. 10 тысяч. Блядь, может мне вообще за шапку сухарей пойти работать? Или, блядь, за похлебку? За трудодни, блядь? За что, нахуй? Люди пиздячат от зари до зари, получают 15, 20, 25, это уже ебать. 40-50, это ты бога за хуй поймал. Это ты какой-то, блядь, именно фартажопый, сука. Блядь, в Краснодарском крае, на Кубани, блядь, это, ну, не где-то там Хуево-Кукуево, блядь. Не Усть-Илимск, нахуй. Кубань, блядь. Ну, сука. При этом, блядь, депутат Государственной Думы, блядь, который, сука, ох же ж, блядь, и въебывает, нахуй, принимает законы про одуванчики, получает 500 000 в месяц, блядь, и назначает себе каникулы. 4 месяца, блядь. 4 месяца он отдыхает и получает 500 000. Из, блядь, 12 месяцев года, третью часть года он отдыхает и получает 500 000, блядь. Каждый второй из них, там, долларовый миллионер, при этом не имеют права заниматься коммерческой деятельностью. Как откуда же у них бабки? А их мамки там 82-84 года открывают в себе невъебенные коммерческие, блядь, таланты и начинают зарабатывать миллионами, миллиардами баксов. Блядь, на какого лоха это рассчитано? Лично моя мама проработала 35 лет и воспитала 3 детей. И государство назначило ей пенсию 10 тысяч рублей. Вчера они с сестрой заехали в аптеку и за лекарства им насчитали 12. 12 тысяч рублей. Из 10, 12, будьте любезны, за лекарства. Отдайте нахуй. Ну, это, блядь, социальная справедливость называется. Зато здесь полно комментариев, блядь, от всяких там безликих Наташ. Я думаю, уже целый отдел для меня там выделили специально обученных людей, которые пишут вот эти комментарии. Что ты ноешь? Хватит скулить, ехай на вахту. Блядь, всем нам может уехать на вахту. Всей страной подмотаться в своей собственной стране, куда-то поехать на вахту, блядь, оставить дома детей, стариков, родителей, блядь, все побросать и ехать куда-то там, нахуй, на вахту. Только чего ради? Чтобы, блядь, депутат, нахуй, завтра себе назначил, блядь, зарплату в 800 тысяч, а каникулы в 8 месяцев или вообще, нахуй, в 10, блядь. А? Ебаный в рот, сука.